Друзья, всем привет. Вот сидим с доченькой. А показать вам мультик? Общаемся. А показать? Ты одеваешь еще один носик. Ну, короче, смотрит тут передачу детскую. Как раз столько же, сколько им не лет. Ходили с ней сегодня на улицу, гуляли. Ну, долго довольно гуляли, где-то полдня, наверное. Там на детскую площадку с ней ходили. Как ходили? Еще по городу гуляли. Вот. В общем, дела нормально у нас. Только что-то немножко прохладно. Июль месяц, да, должен быть самый жаркий месяц. По идее. А на самом деле прохладно. Но я вот сегодня в курточке ходил. Лизочка тоже в курточке была одета. Короче, не балует нас лето теплом. В это лето в этом году вообще фигово. В Москве было холодно, я думал, домой приеду, вот здесь жара, блин, ну тут жары нет, тут тоже просто тепло, а иногда тоже холодно. Я тебе не верю. Жары нет вообще. Сейчас посмотрим. Это дракон. В это время уже обычно все купались, жарко было, блин, вода теплая. А сейчас какое купание, блин, да, ходим, да, в куртках. Ты главный обманщик, нельзя обманывать Машу. У меня 9 носиков. Лизочек, а ты расскажешь что-нибудь? Голову еще держать. Ты как будто бы буравишь с кинутым носом. Ребята, это такая веселая игра. Обязательно поставьте нам лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока! Раз, два, три. Лизочек, ты скажи что-нибудь. Лизочка, скажи что-нибудь. Сейчас я тебя буду из бутылочек кормить. Ням-ням. Пока. Не, не пока, давай поболтаем. Пока. Скажи привет, дорогие подписчики. Привет. Папа, привет, Лиза. Скажи привет, дорогие подписчики. Привет, дорогие. Привет. Скажи, подписчики. Подписчики. То есть. Скажи, как вы живете? Как вы живете? Как у вас дела? Как у вас дела? Что вы там делаете? Лизочек, Лизочек. Лизочек, Лизочек. Лизочек, Лизочек. Здравствуйте, доктор Пилюлькин. Здравствуй, Маша. Доктор, мне срочно нужна ваша помощь. Ты заболела? Нет, но только вы мне можете помочь. Что случилось, Маша? Я очень хочу знать, как делать лизун. Ведь вы такой умный. Ой, вы, наверное, друзья, знаете, как его сделать. Какой лизун? О чем ты, Маша? Вот. Хорошо, провожу я время. Отдыхаю, дочка гуляю. Ну что, офигенно. Я знаю, как это сделать. Я сегодня отцу звонил, с ним разговаривал. Собираемся с ним на шашлыки поехать. Может, завтра поедем на шашлыки. Тогда я обязательно видео сниму. Короче, пока себя не очень хорошо чувствует. Ну, в каком плане не очень хорошо себя чувствует? 2 дня назад он хорошо посидел. Ну, выпил, я имею в виду. Вот, и сейчас отходит. Похмельный синдром у него. Уже 3-й день лежит фиговый. Ну, он так, иногда любит выпить. Только в больших банках. Их много.
Вот, и если, друзья, завтра, короче, поеду на шашлыки. Там еще должны. Я с собой поеду. Да. Помимо моих родственников. Ой, помимо отца еще родственники должны мои поехать. Ну, мы, короче, хотим такую большой компанией поехать. Посидеть, отдохнуть. Миска пожарить. Что надо есть, отдыхать, да? То ли это пройдет. И опять пойдет осень, зима. Сегодня у нас такое 4 июля. О, сегодня, кстати, 4 июля у американцев. Праздник большой, День независимости. Отмечают они, наверное, там помпезно. Вот, что вам, друзья, еще рассказал. Ага. Вот еще осталось. Маша, если ты хочешь, то добавь туда блестки. Очень хочу. Я тоже. Спал сегодня нормально ночью. Смотрите, ребята, блестки. Выспался. Вот в такой бабочке. Ну, иногда вот сажусь, когда на диван, да, там рядом с Лизой. Она мультики смотрит. А я просто сажусь с ней рядом. И иногда вот, блин, мне начинает сон клонить. Прям чувствую, как меня вырубает. Хотя, я говорю, спал нормально, все, выспался. Доктор, а в прозрачном лизуне у вас блестки лучше смотрятся. Да. Доктор, вечером я Лизочка спать укладываю. Читаю ей сказки. Да, Лизочка? Лизочка. Лизочек, лизочек. Лизочек, лизочек. Хватит. Может, где то будет достаточно. Осталось положить ложечку соды. А теперь размешивай. Ну как, Маша, идет реакция? Пока вроде нет. И у меня. Нужно мешать долго. А, со старшей доченькой еще? Сегодня поговорил с Катюшей. Она сегодня уехала в Курск. Но она живет в Курске. И... Ваней! Да, работает там, учится. Но пока у нее каникулы, вот она работает. А так она видит, что на юрфаке. Но я уже говорил об этом неоднократно. Работает она вообще по много, но у них как график работы? Два через два, но они работают где-то там по 14 часов. Маша, теперь нужно размешивать руками. Как, вот так вот руками? Да, только все руки разовывать. Как прикольно, он короче, такой старшая доченька моя работает как уже. И зарплата более-менее у нее нормальная, как бы для нашего региона. Маша, давай сначала вытащим мой лизун с Дадика. Поиграем, а потом твой. Хорошо. Могу даже сказать, какая. 25 тысяч рублей у нее зарплата. Давай потянем наш лизунчик. Давай. А парень ее, с кем она встречается, тоже работает уже. И у него зарплата, он говорил, 40 тысяч. 40 тысяч рублей. Ну, это я говорю, для Курской области это считается как бы нормальная зарплата. Для Москвы это, конечно, мало, но для Курской области это нормальная зарплата. Какой он смешной. Ну-ка, Маша, давай потянем его. Вот такие вот дела. Какой он классный. Что-то зима, я говорю, выспался. Вы его мне подарите? Лизочек, ну скажи всем пока.
Лизуль. Скажи, пока всем. Пока! Друзья, ну ладно, всем пока. До новых встреч. Увидимся. В этом канале было Лиза гулять. Как? На каком канале? Ладно, друзья, пока. Пока!